Анонс и точная дата выхода 39 серии турецкого сериала «Меня зовут Мелек». 39 серия сериала выйдет в эфир 11 ноября. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Халид постоянно находится рядом с Мелек, и он не оставляет ее одну ни на минуту. Халид говорит своей возлюбленной о том, что рядом с ней он обретает покой и готов сделать ради нее все, даже что-то невозможное. Он готов пойти на край света. Самое главное для Халида, чтобы Мелек перестала горевать, и он смог на ее лице снова увидеть красивую улыбку. Халид не понимает, почему судьба с ним так жестока. Ведь могло бы быть все сложиться иначе, и вместе с Мелек они стали счастливой семьей. Дети также сильно переживают за свою маму, но дядя говорит им о том, что она поправится и все будет хорошо. Брат Мелек не теряет надежды, и он верит в то, что произойдет чудо. Мелек с каждым днем начинает все хуже себя чувствовать, и это замечают ее родные. Отец волнуется за свою дочь, и если бы он мог, то отдал бы ей свою жизнь, главное, чтобы Мелек была счастлива. Отец Мелек узнал о том, что его дочь можно будет спасти, если сделать пересадку костного мозга. Мужчина начинает проходить обследование для того, чтобы узнать, сможет ли он стать донором для своей дочери. Халид вместе с Мелек отправились к врачу, и он готов им сообщить результаты анализов, которых они так долго ждали. Напомним, 39-я серия сериала выйдет в эфир 11 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.